Наследный принц. На самом деле, прошлой ночью тебе нужен был лишь один взмах, и все были бы счастливы. Брат, как я подобное могу сделать? Это бесчеловечно. Ты же видел. Отец был в припадке гнева. Если бы я взмахнул мечом, то чувствовал бы вину до конца своих дней. Хватит. Достаточно. Так или иначе, ты станешь в будущем наследным принцем. Отец держит свое слово. У наследного принца слабое здоровье, ты поддержишь его. Я от этого так устал. Перестань повторять это. Если отец скажет уехать мне в свое поместье, я отправлюсь в Юнань. Буду от него так далеко. Я даже не знаю, сможем ли мы, братья, увидеться снова. Наследный принц. Если ты действительно видишь во мне своего брата, помоги, пожалуйста, когда войдем, вымолить у отца прощение. Я дам тебе столько золотых бобов, сколько смогу. Я Сунь Юй. Моя семья держит антикварную лавку на протяжении поколений. Так похоже, правда? Когда мы сможем ехать? Вам следует ехать завтра утром. Не откладывайте. После вашего возвращения кое-кто задаст вам вопросы. Куда ты? Пойду и спрошу его. Он может спасти братьев от императорских гвардейцев. Я убью его прямо сейчас. Стой! Отец, люди говорят, что чиновники ослаблены. Но сейчас это мы слабые мятежники. Выслушай меня, Жовей. Отпусти меня. Не создавай проблем. Отец. Господин Хуанфу. Господин Хуанфу. Я слышал ваши крики издалека. В чем проблема? Глупая девчонка поступила неверно, и сейчас зла сама на себя. Дай ей сказать. Кто приказал нам убить императорского гвардейца? Это же смешно. Я против. А сейчас я еще должна уехать без уважительной причины. Мы не спасли братьев из императорской тюрьмы. Мы подставляем сами себя. Я не понимаю. Смешно. После нападения императорские гвардейцы арестовывают людей по всему городу. Если мы сейчас убьем еще одного императорского гвардейца, мы сами засунем голову в петлю. Ты боишься? Пойдите и спросите наших братьев. Кто из них боится смерти? Я тоже не боюсь. Мы просто не хотим умирать без веской причины. Господин Хуанфу, дайте мне больше времени. Я спасу братьев. Ты одна? Ли Вэньхэ в качестве посланника и еще несколько человек сопровождают их. Вам необходимо решить вопросы приема и процедуры этикета. Я разработала для вас сценарий. Из какой она семьи? Семьи Пьяо. Наложница для императора. Это так лестно. Насколько я знаю, он всегда посылает подарки второму и третьему принцам. Наследный принц работает под носом у императора каждый день. Но он ничего не присылает. Вы так внимательны к императору. Итак, после того, как императорская наложница Пяо прибудет, может ли императорская наложница Ан поприветствовать ее? Ее прислали в седьмой год правления Юнле. Которую?
Посланник прибыл. Где вы с ним увидитесь? В мансарде Фани. Император династии Мин вернулся с триумфом. Император династии Мин вернулся с триумфом. Таким образом, люди были избавлены от потрясений. Чтобы отпраздновать триумф, принцесса Иннинг станет наложницей императора. Я приготовлю праздничный прием. Оставлю вас. Дай мне взглянуть. Сколько тебе? 16. Чья ты дочь? Императорской наложницы Тюань. Я надеюсь, что ты умрешь раньше меня. Потому что я здесь так одинока. Дзян Вэнь. Этот ублюдок. Его спровоцировали Цзичен и Цитай, чтобы свергнуть правителей. Они заключили в тюрьму семью правителя Джоу, свергли правителя Дая и даже схватили правителя Ци. Они убили правителя Сяна, и они следили за мной. Они боялись, что я буду бунтовать. Я получил трон после того, как много лет ел дерьмо в свинарнике. Сейчас, перед всеми, скажите мне, когда я говорил, что наследный принц слаб, и мы должны поддержать его? Отвечай мне. Вы этого не говорили. Я тебя не слышу. Император не говорил этого. Это все мои домыслы. Ударь себя по лицу. Отец! Отец! Я... Отец! Садись. Я не смею. Садись. Наследный принц определен, так что мы можем успокоить людей. Сегодня вы должны стать свидетелями. Если люди посмеют сказать, что в моей семье отец недоброжелателен, а сыновья непочтительны, я их всех обезглавлю. Всем понятно? Ваше Высочество! Ваше Высочество! Достаточно, я хочу пить. Неплохо, правда? Позови сюда старого монаха. Хочу сыграть в шахматы. Хорошо? Подожди. Чуть не забыл. Какую награду ты хочешь? Награда для меня? Стихотворение написано очень хорошо. Ты оказал мне большую услугу. Что ты хочешь? Выполню любую твою просьбу.
Я делаю то, что должен. Я... Скажи мне, сейчас или никогда. Дедушка, насколько мне известно, вы готовите мою свадьбу. Могу я сам принять решение? Есть кто-то на примете? Никого. Просто не хочу жениться на незнакомой девушке. У нас нет общих интересов. Мы даже друзьями стать не сможем. Я не понимаю, как вы можете такое терпеть. Ты сейчас смеешься надо мной? Нет. Хорошо. После того, как мы прочно займем трон, сможем жениться на ком захотим. Только чтобы тебя не соблазнили. Хорошо. Ты можешь решить это сам. Слушаюсь. Ты не сможешь все сделать в одиночку. Нам нужно ехать. А как же Насин? И те, кто сейчас в тюрьме? Никто не будет их спасать? Легко тебе говорить. Им придется умереть. Как ты можешь так поступать? Это происходит сплошь и рядом. Девочка, когда-то мы сражались на границе с генералом. Мы боролись с врагом. Много людей было ранено и убито. Когда враги отступили, мы преследовали их полгода. У нас не было времени даже хоронить умерших. Как только мы вернулись, нам сказали, что местные вороны... Не улетали 3 месяца. Верно. Все трупы превратились в скелеты. Кого это заботило? В смутные времена наша жизнь не имеет большого значения. Идем. Это другое. Если Насин и остальные умрут вот так, оно того не стоило. Оно того не стоило! Я не поеду. От того, что ты не поедешь, они будут спасены? Глупость! Кто тебе поверит? Ты не добьешься больших успехов из-за своей влюбленности, ведем? Нет у меня никакой влюбленности. А как же моя месть? Что тебе сказал господин Хуанфу? Только ты? Ты одна, и у тебя нет связей. Ты думаешь, что сможешь спасти их из тюрьмы? Что это за глупая мечта? Забирайте ее и все эти коробки. Есть! Ваша светлость, что я могу для вас сделать? Это тебе? Благодарю. Куда ты собираешься? Отец хочет, чтобы я навестила родственников. А почему ты берешь так много для этого багажа? Таким богачам, как вы, нужно взять с собой лишь деньги. Нам же необходимо взять достаточно еды и одежды на целый год. Верно. А что насчет них? Они? Они рабочие. Они работают в нашей лавке. Вы не видели их в прошлый раз? Что насчет тебя? Меня? А я что? Ты должна ехать? Почему бы не поехать? Мне все равно нечем заняться. У меня для тебя есть хорошее местечко. Не хочешь поехать со мной? Дайте ей лошадь. Барышня, это крепкая лошадь. Подходящая для вас. Дочка. Дочка. Господин Сунь, прошу прощения. До свидания. Прощайте. Дочка, не уезжай, вернись. Вернись. Давай. Отец, вам следует навестить родственников без меня.
Скажи, дядя, воды Янцзы потекут вспять. Вернись! Заряжай! Давай! Молодец, брат! Тогда мы напали на Дзинань. Мы понесли тяжелые потери. Тисюань из Дзинань — настоящий мужик. Он защитил ворота и даже не вышел. Армия двора окружила нас у реки Хуанхэ. Какая это была драка. Но он отрицает это. Это не первый раз, когда он не держит обещания. Почему ты так зол? Так чертовски взволнован? Это другое. И в чем же разница? Он заставляет меня вернуться в поместье в Юнане. Если я уеду, я буду от него так далеко. Все чиновники, его люди. Если император умрет, наследный принц займет трон. Я не получу ничего. Это тревожит. Брат, если бы я был императором, то разделил бы эту страну с тобой. Я говорил со старшим братом об императоре Ли Шимине из династии Тан и о том, что случилось у ворот Суанью. Это вдохновило меня. Ли Шимин стал императором Цинь. Он пришел к императору с головой наследного принца, и мир изменился. Брат. Брат, послушай меня. У нас в горах есть два отряда солдат. Они сражались со мной рука об руку. Охрана дворца будут под твоим контролем. Ты поддержишь меня изнутри. Мы перевернем все с ног на голову. Отец может заполучить весь мир. Значит, и мы сможем. Thank you.
Это большие луки восьмого дана. Ты с ними не справишься. А вы сможете? Я? Скажи мне правду. Я стреляю из лука с 15 лет. Раньше ходил в походы вместе с дедом. Конница Валутая чрезвычайно жестокая. Они стреляют сразу несколькими стрелами. В одно мгновение стрелы улетают за 10 джанов, и колчан пуст. Поэтому я стрелял в ответ, не моргнув и глазом. Как героично. Покажите мне. Хорошо. Сегодня тебе везет. 10 выстрелов в яблочко и бесплатное вино. Выстрел! Отлично. Приготовьте вино. Есть. Ты тоже можешь попробовать? Хорошо. Вот этот, второго дана. Стрела должна касаться тетивы. Талию вверх. Расслабь руки. Грубой силой ты только сломаешь лук. Я стреляю ради развлечения. Я не планирую быть императорским гвардейцем. Все императорские гвардейцы – мужчины. Если ты сможешь попасть в яблочко, я приглашу тебя выпить. Пригласите меня выпить? Зачем? Не смотри на меня. Смотри на мишень. Стреляй! Попала? Попала? Вон там. Скажи спасибо, что не убила тебя. Императорские гвардейцы посменно спят в боковых комнатах. Когда у нас появляются серьезные преступники, они забирают их в тюрьму. Это камера заключения и пыток. Здесь мы проводим допросы и пытки. Держись поближе. Ваша светлость, держись на расстоянии. Мы просто осмотримся. Левый, правый, левый, правый, левый, правый, левый, правый. Гордон, стоп. Впервые видишь иностранцев? Он похож на кота. На кота? Я не похож на кота. Я похож на тигра. Ясно? Он говорит по-китайски. Хорошо, Гордон. Выпьем как-нибудь. Иди. Не стоит недооценивать Гордона. Сейчас он генерал. Он служит нам. Напугал. Левый, правый. Они из Южной Европы. Занимаются морской торговлей. Мой дед увидел, как они сушили товары на острове Макао. Он увидел, что они хорошо владеют огнестрельным оружием.
Огнестрельное оружие лучше арбалетов. Поэтому мы наняли их, чтобы они обучили наших солдат владеть мушкетами. Когда у нас будет армия, вооруженная мушкетами, нам не будет страшна вражеская конница. Левой, правой! Ты когда-нибудь слышала о Таньлао? Стоп! Кругом! Нет. Это легендарная тюрьма номер один. Будь ты грабителем или мятежником, ты признаешься в чем угодно, без всяких пыток, если будешь заключен в ней всего на 3 дня. У вас там живут ведьмы и монстры? Нет, но там плохо пахнет. Все еще хочешь войти? Вы хозяин, я всего лишь гостья. Я послушаюсь вас. Откройте дверь. Стоп! Кругом! Левой, правой! Левой, правой! Поднимайся! Зачем? Чтобы прыгнуть в колодец? Камера Сына Неба имеет свой секрет. Поднять вверх! Осмелишься туда спуститься вместе со мной? Почему нет? Осмелишься, да? Я не знала, что она будет такой глубокой. Выходи. Тебе помочь? Выходи. Черт. Что это? Не бойся, это не монстры. Люди, заключенные в камере Сына Неба, это те, кто не умрет, даже если будут похоронены в земле. Но, оставаясь здесь голодной 3 дня и 3 ночи, из-за этих криков ты сдаешься. Ладно. Мне плохо. Я хочу уйти. Что вы делаете? Расскажи мне про ключ. Откуда у тебя ключ от императорской тюрьмы? Я должна рассказать вам. Я нашла его. Все люди боятся императорских гвардейцев, но ты специально к ним приблизилась. Кто задумал убить меня в чайном доме? Как ты написала то стихотворение? Что ты делаешь в столице? Господин, я ваша пленница? Я не так глуп. Я не потеряю голову, увидев красотку. Расскажи мне, какое отношение ты имеешь к нападению на императора? Расскажи мне, а иначе я просто убью тебя. Я же сказала, что не знаю, кто они. Я ничего не знаю. Я знаю только то, что я здесь, чтобы найти своего отца. Я дам тебе несколько дней. Подумай об этом здесь. Я буду ждать твоего ответа. Господин! Не бросайте меня! Спускайтесь! Спускайтесь! Спускайтесь!
Вот. Вы должны выпить вино. Одним глотком. Я не буду его пить. Вы должны быть послушной перед императором. Вам нужно научиться придворному этикету. Тетушка, я сделаю это. Сейчас вы покинули свой родной город и своих родителей. Наилучшее пожелание вашему отцу. Надеюсь, вы завоюете расположение императора. Наилучшее пожелание вашей стране и вашему родному городу. Ты знаешь, какую ты совершила ошибку? Да. Я плюнула в вино. Я не могла это терпеть. На самом деле ты плюнула мне в лицо. Я поняла. Я просто надеюсь, что благодаря вам я получу титул. Ты знаешь о своем происхождении? Я... родилась в грязи, а вы забрали меня. Thank you.
Племянник. Мой дорогой племянник. Куда ты уходишь? Твой дядя здесь, чтобы расквитаться с тобой. Ты такой плохой император. Мне так стыдно за тебя. Отец, ты не умер? Ты все еще жив. Отец, иди, быстрее, вперед. Отпустите меня. Иди, на колени. Сынок, сынок, спаси меня, сынок. Матушка, помоги мне. Матушка, прошу, помоги мне. Матушка, матушка, сынок, помоги мне, сынок. Матушка. Отец! Отец! Прошу, пощадите! Они не созданы и не уничтожены, не осквернены и не чисты. Они не увеличиваются и не уменьшаются. Следовательно, в пустоте нет формы, чувств, познания, формирования или сознания. Нет глаз, ушей, языка, носа. Нет зрения, слуха, обаяния. Шарипутра. Форма не отличается от пустоты. Пустота не отличается от формы. Форма и есть пустота. Тоже относится к чувствам, познанию и формированию. Все дхармы не имеют характеристик. Они не созданы и не уничтожены. Не осквернены и не чисты. Следовательно, в пустоте нет формы, чувств, познания, формирования или сознания. Нет глаз, ушей, языка, носа. Ночной кошмар. Снова ночной кошмар. Можешь почитать сутры рядом с моей постелью? Тогда я почувствую себя лучше. Конечно. Для вас могут читать сутру 1000 человек. Но дело в том, что когда вы закроете глаза, сможете ли вы их услышать? Даже если вы самый влиятельный, вы думаете, что у вас не будет сновидений? И вы не увидите призраков после своей смерти? У меня нет времени на медитацию старого монаха.
Мне приснилась моя мать. Ее руки и ноги были скованы цепями. Дзянь-Вэнь смеялся надо мной у ног моего отца. Если бы я не проснулся, отец бы меня обезглавил. Так печально. Ты думаешь, Дзянь-Вэнь действительно мертв? Иначе мне не снился бы мой отец. Насколько мне известно, он не умер. Он у воды. Большой воды. Большая вода. Великая река. Рядом с Янцзы или Хуайхэ? Где он? Ты ведь знаешь, где он, но мне не скажешь. Peace.